Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лат, и вы на канале Сёга Плей. Я решил еще немножечко записать, возможно, две серии подряд еще запишу. Чего зря время терять? Подряд, сегодня же и записываю. Так, к игре. Что я хотел сделать? А, да, точно. Блестящая безделушка, и все, побрякушка, пустяк. А глаз было не оторвать. За что мне такие искушения? Что? Поистину ли она избрала сей путь? Я лишь надеюсь, что чужой не добрался до нее раньше меня. А что, не работает, что ли? А я-то думал, блин. Чё, кто там вздыхает? Жертва своих неугомонных рук. Ее нужно сжечь на улице вместе с остальными. Почему она еще здесь? Она же упала 3 дня назад. Нужно сообщить смотрителям, чтобы они все убрали. Чё за баба? Не баба, а бабушка. Похищение пророчеств. Сестра Розвин подробно записывает свои пророческие видения, утверждает, будто она знает все секреты островов, убийства, предательства, любовь. Но да, это и есть задание, как бы. У кого? У Лены? У какой Лены? У Лены Полена? Тихо. Спокойненько сейчас дотащим и своруем ее внешность. Да, вот так вот сохранимся. Сестра из ордена оракулов. А, и кстати, надо же всех убить. А я на сестренку похож, да? Да по-любому я похожа. Так, что здесь у нас? Глобус вращать. Это карта. Это яичко. Да, здорово. Так. Дебилы печатают. Здесь укоренилась ересь. Дорогой брат Элджернон. Письмо брата Элджернона. Я знаю, ты просил не писать в аббатство так часто, но произошло невероятное. Я обрел смысл жизни. Ты всегда говорил, что если я сумею укротить мой блудный разум и буду стараться, то передо мной откроется путь. Так и случилось. Брат, теперь я охраняю наших сестер. Мое сердце трепещет от такой чести. Я смиренно взираю, как они бодро шагают по коридорам кунсткамеры. И обращает свои таланты оракула на богохульственные устройства, оставленные еретиками. Моя задача, задача всего братства, защищать их, пока не пытаются понять, что творилось в этих омраченных стенах. Когда сестра Роузвин кивает головой и благодарит меня, меня наполняет чувство благоговения. Воистину, я был рожден для этого. Вот о чем я хотел сообщить тебе. Твой брат по вере, Минто. Верховный смотритель захочет тщательно осмотреть каждый предмет. Что-то хочешь включить наоборот, да? Капли белладонны, румяна. Намана. Способы привлечь блуждающий взор. Я не допущу
хочу, чтобы нога богохульника попирала эту землю. Так, ну, наверное, я... А, так я могу теперь... Три книги с запретным знанием. Если меня никто не видит, значит, да? Рука чужого, голоса мертвых, войти в бездну. Руководство по толкованию. Ну, уже третий этаж, да? Да, это третий этаж. Не могу ни хера понять, зачем мне вниз в кабинет куратора, когда вот же кабинет куратора. Вообще ни хрена не пойму. Карты, королевская кунсткамера, ну. Кабинет куратора Эшвард. Вот, первый этаж. Сюда я прошел. А, так мне еще направо. А, так он запер. Ах вы говнюки. Да что, это часовые, типа? Ладно, посмотрим, что можно сделать. Я не знаю половину трапа. Так, вы здесь молитесь, значит, да? Так, дверь заблокирована. Кто открыл дверь? Ветер, наверное. Или еще что-то. Да по-любому ветер. Кто же еще мог? Не я же это все сделал. Куда-то туда показывает. Вообще непонятно почему. Ну вот, что-то вот здесь вот. Чё, почему, хер знает. Доберитесь до сестры Роузвин. Я должен здесь что-то активировать или чё, блин? Вообще непонятно. Может, мне нужно было свалиться в это, в лифт. То я только посмотрел и все. Очень странно это все на самом-то деле. Это храпака дает. Какая-то книга. А, так это и есть, что ли, ее эти. Ой, блин. Ну вот, в кабинет куратора. А что надо-то еще, блин? Oh!
тебя ключ от морга? Нет. А у кого ключ от морга? Признавайтесь. Дебилы. Тебя нет, не у тебя. Скольжение какой-то. Новый амулет. А, вот она, молельня. Так, у меня есть два запаса. Два запаса. Я думаю, может, реально где-то ключ от морга? Не знаю даже. Ладно, сохраняемся. Погнали дальше искать, потому что я не знаю, я туда подхожу, у меня задание как будто не срабатывает. Охренеть. Это все сестры получается. Подождите. Ха. Подождите, блин. Где ебаная сестра Роузвин, блядь? А, подожди, может у этих сестер есть ключ от морга, блядь. У кого ебаный ключ от морга? Нет, это поговорить, это тоже поговорить. Где, блядь, ключ от морга? Сестра Куэй, аудиозапись 15-го дня месяца дождя. Мы обнаружили эти непристойные устройства. Я занималась мертвецами и по вечерам слышала голоса, доносящиеся из них. Они говорят, как мы, пребывая в трансе. Сестры не верят мне. Кое-кто даже обвинил меня во лжи. Я знаю, что это черная магия, ведьмина ересь. Но я говорю правду. Я принесла эту машину, чтобы записать их речи. Они могут заговорить в любую минуту. Почему только я слышу, как говорят мертвецы? Может, меня искушает черная магия? Он шепчет сквозь их зубы. Голос без глотки. Я слышала его, клянусь. Да. Так, остался этот, да? Запасной мой. Вариант. Главное, двери при этом открыты. Так, ладно. Что еще есть? Сверху там печатают, получается. Так, если у нас здесь ничего нет, то на кой хер я здесь шастаю тогда? Сейчас сходство отменится.
Лятый тварь, лятый тварь, лятый тварь. Фу, блин. Это еще одна сестра. Так, ладно. Погнали дальше. Поручено войти в транс. Сестра Роузен взволнована, кажется, недавним видением. Ау. Она с сестрами на террасе. Я должна к ним присоединиться. Наконец-то, блин. Сестра Лена Роузен вместе с другими сестрами Ордена Ораклов молится на верхнем этаже королевской кунсткамеры. Меня пугает найденный здесь архив. Вот оно где что. Сестра, выполняй свою задачу. У нас важная работа. От нас зависит будущее аббатства. Да, абсолютно согласна я. Сестра Роузен вызывает вас на террасу. Она хочет, чтобы вы забрали еретический архив. Да, очень. А, вон они. Передай сестре Роузен, что я скоро приду. Нужно провести тест до того, как это существо разложится. Уголовный доли разрушен. Так, окей. Вроде неплохо, так? Я изучил архив, и особенно эту сребрографию. А че, так покрасить нельзя было? Где находится центр ереси? Брат Кардоза, сестра Роузен ждет. Да. Архив еретиков. Иду. Да ёлки! Клавиши перепутал, блин. Определённо, это аномалия. Где находится центр ереси? Брат Кардоза, сестра Роузен ждёт. Да, архив еретиков. Иду! Верховный Оракул не вернётся до месяца песен. Но мы еще должны успеть многое подготовить. Так, ну ладно, попробуем. Наконец-то. Я изучил архив. И особенно эту сребрографию. Сребрография? Что ты выяснила? Что в ней особенного? Это мерзость. Мы должны ее уничтожить, чтобы она не попала в руки злодеев. Никому ее не показывай. Сожги. Ясно. Я могу посмотреть ее с помощью проектора для сребрографии.
Если Орден Оракулов видит будущее, тогда эта пластина расскажет мне обо всем. Освободила разум. Я вдыхала благовоние, но видение не явилось. Так, сохранение. Никто не видит. Так, сохранение. А, чё, в смысле? Ваш потерянный дневник. Не получилось. Ладно, тогда действуем по-другому. Вы должны защитить аббатство от его врагов. Я думала, что... Чё, успел, что ли? Серьезно? Нормально. Ни хера не понятно, но очень интересно. Так, а чё вот это? А, несколько проекторов? Серьезно? Так, ну чё можно тут сказать? Вон туда, наверное, пойду. Хотя ближе всего вот этот вот проектор. Так, ну-ка, сохраниться. Подобрать. Немножечко... Так, отлично. Вот так вот делаем, сохраняемся. В смысле? А, не на этом этаже, что ли? Ёлки, а... Вот это мне и нужно. В этой части горы ничего не должно быть. Северная шахта в Шиндейре. Там безглазые проникают в бездну. Нужно взять с собой серебрографию. Лагерь Билли? Серьезно? Это все? Кто открыл дверь? Ветер, наверное, или еще что-то. Прикалываешься, что ли? Я же не хотел так. Дебила кусок, блин, а. Дабы сплотились мы перед лицом призраков. Перед каким лицом? Каких призраков? Ты, дебила кусок. Вот так вот.
А, вот он, этот труп. Ага. Не она понял. Не убежит, ты труп. Давайте, и подожди, а что случилось? В смысле? Не понял сейчас прикола вообще. Они что, типа не могут выходить, что ли, отсюда или что? Что за приколы? Так, подождем. Спокойненько потом дойдем. Ну, конечно, немножечко по-дебильному. Я не понимаю, в чем прикол. Я ни одно задание не выполнил. Замечательно просто. Так, сохранение. Ну, а вот так вот. Багаж. А почему штурм не смертельный, когда у меня все по нулям? Что за дебилизм? А, я одно задание все-таки выполнил. Ну, нормально. Вы украли записную книжку сестры Розвин из королевской кунсткамеры. Свобода информации. Продолжить. Не, ну очень классно, что можно украть внешность, забрать эту записную книжку. Вот это, кстати, очень классно. В мире зияет дыра. В центре каждой вещи тьма. Если думать о ней слишком много, она изменит тебя. А сама останется прежней. Ожидая. Раньше я пыталась забыть, кто я такая. А теперь я выполняю обещание, данное мертвецу, самому важному человеку в моей жизни. Иногда голос Дауда доносится до меня сквозь металл этого жалкого ножа. Это самое странное и самое важное дело моей жизни. На горе Шиндейри есть шахта. Настолько неприметная, что люди не верят в ее существование. Там живут безумные сектанты. Они защищают место, где я могу встретиться с самим чужим. Давным-давно Дауд говорил о бездне, о страхе, который сдавливает горло. Но повернуть назад я уже не могу. Что останется, когда исчезнет чужой? Его имя сгинуло в бездне. Но сегодня я узнаю, можно ли пустить ему кровь. Так, это что, это финальная, что ли, глава? Вот она, северная шахта в Шиндейри. Она как будто во сне перемещается. Она не должна существовать, но она существует. Серебрография какая-то. Здесь бездна подступает к поверхности реального мира, проламывает ее, извергает страх и силу, которые аббатство обывателей пытается спрятать. Ты узнала многое. Твое решение изменит мир. Мне почти хотелось, чтобы ты заговорил со мной. Каждый беспризорник, каждый нищий мечтает, чтобы ты заговорил с ними. Почему ты этого не сделал? Почему делаешь сейчас? Ты же знаешь, что я пришла покончить с тобой и этим мерзким культом. Люди приходят сюда уже много веков. Они хотят многого. Избежать смерти, обрести запретные знания. Им всегда мало, сколько бы они ни взяли.
Даже мертвые не находят здесь покоя. Ты найдешь еще одну реликвию культа, часть бога, который был до меня. Ты найдешь людей, которые убили меня. Когда я знал их, у них были имена и амбиции. Теперь они бродят здесь. Их сознание в плену ужасных тайн. Они скрывают жуткий ритуал, который сделал меня таким. Глубоко в бездне они приставили мне нож к горлу и вырвали у меня имя. Ну что нашла? Может, найдешь и имя в черном внутри этого места. Если захочешь. Зачем ты это говоришь? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Мы оба знаем, как толпа может оправдывать убийство. Сектантам плевать, кто я и чего я хотел. Я больше не буду говорить с тобой. Во время следующей встречи ты увидишь, что со мной сделали. В твоем сознании звучат слова Дауда. Но я скажу, у тебя есть выбор, Билли Лерк. Отправляйтесь в горы. Он близко. Ага. Ясно. Дневник путешествий. О, давно дневники не читали. Нож с двумя лезвиями. Дауд умер. Я все, что от него осталось. Я и этот нож, который я не могу выбросить. Банк Долорес Майклс был шкатулкой с жалкими секретами, которыми были обложены страшные тайны. Женщина, напряженная до предела. Нож, который она пыталась спрятать. Чужой сам отдал мне нож. Он хочет знать, что я буду с ним делать. Скоро это узнает. Почему у этой штуки два лезвия? Между ними никогда ничего не застревает. Не разбираюсь во всей этой дряни из бездны. Сегодня... Основа одна. Сегодня я сожгла тело Дауда. Когда покинула китобоев, на улицах все еще росли горы трупов. Люди гибли от крысиной чумы. В то время не осталось ни одного человека, который не узнал бы, что такое горе, что такое горечь утраты. Даже Дауд тогда чуть не поддался ей. Но я не должна поддаваться, только не сейчас. Только не в этот раз. Когда умерла Дейдре, прежняя я умерла вместе с ней. Никто, кроме нее, не понимал меня, пока я не встретила Дауда. Он снова дал мне цель в жизни. Когда я покинул Данвул, я лгала себе, чтобы исцелиться. Но встреча с Даудом снова открыла эту рану. Теперь я надеюсь, что пока он доживал последние дни, я помогла ему так же, как он когда-то помог мне. Украденной тайны. В банке я кое-что узнала про аптекаря Сиенфуэгоса. Он был безглазым и художником к тому же. Рисовал бездну и почти выведал, как туда попадают главари банды. Он украл кое-какие документы у Долорес Майклс и отправил их в королевскую кунсткамеру. Нужно найти их и узнать, что именно он видел. Его картины тихие, если картина вообще может быть тихой. Тихие, но неспокойные. Он хотел узнать все, раскрыть все тайны. Он, как и я, вел поиски. И за это его убили. Разрушенный ковен. Когда в прошлый раз была в садах Кирии, в королевской кунсткамере обосновался тот же ковен-ведьм, с которым я много лет назад работала в Данволе. Их куратор Бриана Эшвард жила там с группой женщин. Вместе они проводили странные ритуалы с костями и стеклом. Теперь все здесь захватило аббатство обывателей и их охотники на ведьм. Они уничтожают малейшие следы черной магии. Возможно, мне повезет, и нужные мне документы еще не сожгли. Когда чужого не станет, когда смотрители не смогут пугать им людей, как же я буду смеяться, глядя на крушение аббатства? Путь к северному роднику Шиндейри. Я никогда не узнаю, что именно видела сестра Роузвин. Но что-то заставило ее усомниться. Что-то заставило ее сохранить ту серебрографию, поэтому я смогла спасти ее от огня. Документы из архива, похищенного Сиенфуэгосом, показали мне, где именно бездна соприкасается с нашим миром. Где именно я могу добраться до чужого, не зная, что я еще найду. Слухи и легенды утверждают, что там таится нечто ужасное. То, что невозможно забыть. Правда это или нет, я узнаю только отправившись туда. Что нужно брать с собой, когда отправляешься в бездну? Я просто все бросила. Покидая Карнаку. С каждым днем Карнака становится все меньше. Этот переполненный вонючий город теперь превратился в россыпь огоньков на горизонте. Но я больше не могу оглядываться. С каждым шагом бездна все ближе. Здесь тихо. Иногда я не слышу ничего, кроме собственного дыхания. Кроме биения своего сердца. Как посреди океана. Чувство, будто миру плевать, вернешься ты или нет. Здесь только я, наедине со своими мыслями. Мой выбор.
Все мои поступки вели к этому моменту. В детстве я убила брата герцога. Я предала Дауда, помогла Эмили вернуть себе трон. Но даже тогда я не чувствовала себя важной персоной. Я просто была еще одним отчаявшимся человеком, который пытается обрести смысл жизни. Я раз за разом наблюдала, как рушится мой мир, а теперь отказалась от всего сама. Я лезу на гору, не зная, что меня там ждет. Но чужой наблюдает за мной и знает, что я сама выбрала эту дорогу к вершине. Тысячи лет чужой не знал ничего, кроме ненависти. Его убили, чтобы добиться некой цели. О его желаниях никто не спрашивал. Свет в его мире погас, его глаза привыкли к тьме. Я знаю, что такое настоящее одиночество. Если бы не Дауд, оно бы меня погубило. А теперь я иду в бездну, чтобы сразиться с самым одиноким существом в мире. Возможно, чужой знает, что мне просто нужен кто-то, кто наполнит мою жизнь смыслом. У меня ничего не осталось, только обещания, данные мертвым. Когда я доберусь до него, то увижу все ясно. То увижу все ясно. Да. Опасная пари? Чего? Найдите другой способ? Но это тогда финал получается, финалочка. Подожди, откуда это я... Да. Это же я. Я умер, потому что они его требовали. Но скоро требования прекратятся. Шестьдесят метров до рудника Шиндэйрю. Где все? Опа-па. Мне уже не нравится это место. Мне тоже тут собаки. Волкодавы, если быть точнее, но для меня это собаки сутулые. Ладно, сохраняемся и... Идем потихонечку. Бля. Ебаная собака. Ух ты же, блин. Давайте, крысы. Живу здесь, но не всегда. Иногда среди камня, иногда среди железа. Дрожь сменяется покоем. Воздух на вкус, как кровь. Затем только пыль. Сложная ситуация на северном руднике Шиндэйри. Так. Окей, смотрим, кто куда. И, кстати, что там с амулетами? Ага. Создание амулетов, удар бездны. Шепот крыс. Уже все есть. О, так мне... Хо-хо-хо! Так, скорость подката немного увеличена. Хищная птица, убийство, падение не дают здоровья. Загнанный зверь. Так. Нужно оружие, не замедляет движение. Угу. Дальше.
отвлекающий маневр, когда причина на том месте. Ага. Еще что-то связь с бездной, что ли, дает дополнительный заряд энергии бездны. Максимум очков здоровья увеличено. С помощью сходства можно ненадолго ослепить врага в бою. Утихомиривающий захват. Цель захвачена цепкой мины, не отдает звука. Дурной глаз. Так, цепкая мины. Тактическая мимикрия. Стойкость. Ну давай вот это вот, чё. Вообще охрененно. Опа. А это куда меня зовет? Куда меня зовет этот путь? Доленой угорь Пратчета чего? А, так, это что-то открывает, да? Да. Но у меня есть еще вариант, просто. Просто вот здесь вот пройти. Или это тупик? Не понял, это просто тупик, что ли, и все? А, так, блин. Злосчастная работа? Ну-ка, ну-ка. Вражеские гранаты иногда не срабатывают. Не, не надо. Да ёлки. Ладно, похеру. Так, понятно, значит, все-таки здесь нам нужно проходить. Ну окей, здесь же, так, здесь, что поделаешь. А, я мог с этой стороны, да? Интересно, интересно, это что было сейчас? А, серебряная лихорадка. Это еще кто? Вот это я переместился, конечно. Охренеть. Вот это идеалити просто. Дай мне амулет. Горячий коктейль, ну-ка. Взрыв бутылки поражает больше радиус. А. Подожди, а... А на кой хер я сюда вообще проник? Зачем мне бак с ворванью все-таки? А что, а по-другому никак, что ли? Да ну, блин. И кто это за мной гонится? Вот это вот интересно.
Кто-то блюющий за мной гонится. Вы, блядь, меня не пугать тут, ясно? Так, сохраниться. Для кого-то это станет достойным, для других – это не для кого-то.